Накануне вечером крупное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано на бульваре Кунаева, недалеко от ресторана «Алатау». Здесь столкнулись автомашины «Мазда» и «Лексус». По словам водителя «Мазды», он выезжал с улицы Жолдасбекова на Кунаева, и когда уже повернул вправо, в его автомобиль врезался «Лексус». Я подъехал к перекрестку, дождался, когда загорится зеленый свет, и потихоньку стал выезжать на Кунаева. В это время в меня сзади врезался «Лексус». Он, наверное, шел на скорости 180 км в час. У него, смотрите, какой тормозной путь, наверное, метров 500. В результате сильного удара «Мазда» перевернулась. В этом ДТП пострадали пассажирка «Мазды» и водитель «Лексуса». Их с травмами врачи скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу. Сейчас сотрудники дорожно-патрульной полиции выясняют все подробности этого происшествия. В ходе очередного дорожного рейда полицейские задержали молодого человека, который, как подозревали сотрудники полиции, управлял автомашиной в нетрезвом состоянии. Задержанного полицейские доставили в наркологический диспансер на экспертизу, которая подтвердила подозрения стражи порядка. Врачи диагностировали у молодого человека опьянение легкой степени тяжести. Полицейские составили административный протокол и теперь готовят материалы для передачи в суд. Очередное возгорание сотрудники противопожарной службы в минувшие выходные ликвидировали на территории старого кладбища, расположенного по улице Толстого. Здесь горела сухая трава. По тревоге на место происшествия выехали 2 единицы пожарной техники и 9 человек личного состава. Общая площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. На локализацию огня пожарным потребовалось 20 минут. Еще через 40 пламя было полностью потушено. К счастью, в огне никто не пострадал. Сейчас причины возгорания и сумму ущерба, нанесенного стихией, выясняют дознаватели отдела ПЧС Энбекшинского района.